очень здорово смотрится. Слушайте, как снайпер, последние матчи. Здесь выводят Барфорда под атаку. Именно со скамейки. С мячом Барфорд и очень мягко. Вариант отдать Джордану Моргану. И даже не стал занимать позицию. Оставили Барфорду пространство через Станислава Ильницкого. И уже гостей не прервал Барфорд в высоком прыжке. Чебуркину предложил вернуться в классику, на что Дмитрий согласился. И теперь Уайт в угол на Барфорда. Тот как раз Джонсона воздух поднимает и заваливает свою. В любом случае, но и они не зашли в корзину. Полторы минуты. Барфорд на Мартюка. Какая передача! Под сирену, но не точно она получается. И полетел Джалин Барфорд. Не успеет Абдулбасиров. Эти два очка. Но в любом случае бегу. Приходил, но в Сабаре Сергея Базаревича не став. Обязательно очень интересное противостояние. Сверхмотивированный нижний с Филиппом Гафуровым уже. Ну и Акар Уайт тем временем против лидера Локомотива. 6 секунд. Барфорд со средней после остановки. Очень уверенно.